Я хочу вас познакомить с больницей Ближневосточного университета, которая находится на территории кампуса Ближневосточного университета или является его филиалом. Наша больница расположена в столице Северного Кипра, города Никосии. В Ближневосточном университете учатся более 27 тысяч студентов из 102 стран мира. Всего 16 факультетов, куда входит медицинский факультет, фармацевтический факультет и стоматологический. Единственная и первая больница, которая является университетской. Она была открыта в 2010 году. Сам университет был основан в 1988 году. Больница Ближневосточного университета расположена на площади более 56 тысяч квадратных метров. В нее входят 209 одноместных палат и 22 VIP-палаты. Также на территории больницы у нас 8 операционных залов, 30 комнат интенсивной терапии, 17 комнат интенсивной терапии для новорожденных. Наша больница разделена на 3 блока. Один блок – это у нас поликлиника, и также у нас больница, где у нас происходит лечение больных, которые должны лежать в поликлинике, в больнице. В нашей больнице расположено очень много отделений, в том числе онкология, педиатрия, офтальмология, кардиология, гинекология, дерматология, пластическая хирургия, общая хирургия, терапия. Мы производим диагностику онкобольных, также их лечение. Также у нас есть отделение физиотерапии, радиотерапии, радиологии. В отделении офтальмологии мы производим такие услуги, как с помощью такого аппарата, как Smile Laser. Это коррекция зрения, удаление катаракты. В нашей больнице мы диагностируем рак в отделении медицинской ядерной медицины, а также лечим рак в радиотерапии с помощью химиотерапии и лучевой терапии. У нас на территории больницы есть уникальный аппарат, который единственный на острове, Rapid Arc. Он осуществляет лечение онкобольных с помощью лучевой терапии. Мы работаем с компанией «Наш Кипр», офисы которой находятся в странах России, Украины и в других странах мира. Приглашаем вас обследоваться и лечиться в нашу больницу Ближневосточного университета.